смотри, кто целая стая. Ути, вышли на поверхность, да, я вам тут зернышки. Это не за перлок пожелать. Ты видишь, что делать, да? Дерутся. Камышовочки так красивые. Ах ты, разбойник. Вообще здорово. Дай иди. Вот два семейства уток. Камышовки обыкновенные. И какое разное поведение. Вот так и люди. Есть воспитанные, тактичные, интеллигентные. А есть вот такие разбойники, которых мы сейчас и наблюдали. И все равно в дикой природе все прекрасно. Как говорил Евтушенко, берегите эти земли, эти воды, даже малую белиночку храня. Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь.